В Югре на этой неделе работает делегация Национального объединения строителей. Представители Ностроя уже встретились с главой Сургута Андреем Филатовым и директором Департамента строительства региона Григорием Невоструевым. Специалисты обсудили основные направления работы в округе. Как отметил глава нашего города, беседа была продуктивной. Кроме того, делегация, объезжая регионы, активно изучает опыт развития муниципальных образований, чтобы выделять и тиражировать самые успешные практики. Не могу обойти внимание развитие города. Это мой, можно сказать, личный интерес, поскольку почти 20 лет я был мэром города Екатеринбурга. И для меня принципиально важно увидеть, как развиваются наши российские города. А сегодня в качестве вице-президента Ностроя я имею в виду, имею возможность тиражировать лучшие опыты, которые в различных городах нашей страны появляются, для того, чтобы это стало массовой практикой.